Всем привет, всем здравствуйте. Я задержалась чуть-чуть. Я все никак не могу доснять свои ногти. Только что час назад закончили делать новенькие. Сейчас покажу, чем делала. Переверну камеру и поближе покажу. Сегодня у нас с вами жостовская роспись, но мы ее будем делать именно в технологии жостовская роспись, то, как мы ее преподаем в онлайн-курсах, в живых курсах. Но визуально это будут не лубочные подносы, да, жостовской росписи, а мы возьмем за основу паттерны из последних паттернов стемпинга, цветочные мотивы, и просто переработаем именно вот в мазковой технике, как можно это разукрасить. Получается более современный такой, знаете, вид этой техники, потому что форма вот этих роз пушистых с подносов сейчас это не сильно как-то модно. Это вот было какое-то время назад. Эти принты, они прям часто встречались, они были модные, и сейчас эти принты не модные. Но саму технологию, если взять, она очень классная. Вот, и мы ее с вами сегодня будем применять именно на примере пластины для стемпинга, которая у нас вышла осень-зима, у нас там есть флористика. Можно взять, например, пластина, которая у нас специально для трафаретов выходила. Так, откликнитесь, напишите, если все хорошо, качество нормальное. Так, включаем фильтр, смотрите на мои ноготочки новые. У меня, как всегда, две разные руки. Вот, но я стараюсь всегда вот эту правую руку делать в цвет какого-то гель-лака, который был на левой руке. Я сегодня себе ногти делала слайдером, я им еще не работала, номер 117. Я дизайны вам показывала, вот, но на себе еще не носила. И так как длина огромная, здесь смотрите, раз элемент, два элемента, три элемента, четыре элемента. На один ноготь у меня до 4 элементов ушло. Здесь раз, два, три, здесь раз, два, три, здесь раз, два, три, 4. Видите, все по отдельности. И больше здесь ничего не использовано. Видите, слайдер сделан так, что вы берете и в рамках одного слайдера делаете прям такую завершенную, готовую композицию. Вот, а цвета гель-лака я сегодня смешала из коллекции Hand Club. Так, кто еще не приобрел новую коллекцию, обязательно обратите на нее внимание. Она у меня прям сейчас самая любимая. Сегодня опять, когда сидела, выбирала, опять вернулась к этой палитре. Вот, я с этой палитрой с августа работаю. Я переносила здесь все цвета. У меня остались оттенки. Это вот этот темно-бордовый и вот такой горчичный. Вот эти цвета я еще не делала. Ну, наверное, вот это не мой цветотип. Я его, скорее всего, этот оттенок даже делать не буду. Вот. Но я думаю, что вот когда я сейчас улетаю, просто прилечу. Вот хани бы я бы сделала. Это, в принципе, мне по цветотипу тоже хорошо подходит. Какой-нибудь, может, брендовый маникюр сделаю с этим цветом. Вот. А сегодня я взяла 425 и 27. И до этого я их в градиенте не носила на одной руке, но они прелестно смотрятся. У меня здесь, видите, кленовые листики, осень, все как положено. Вот. Кто, кстати, уже работает этой коллекцией прям плотно, напишите номера, которые у вас чаще всего просят клиенты. Какой у вас здесь любимый? У меня здесь любимчик это 431 и 429. Я сегодня за малым опять ногти не намазала 429. Он мне так нравится. Так, ну а мы с вами делаем технику жостовской росписи только через стемпинг. Вот, потому что что такое жостовская роспись? Это подносы черные, да, и вот эти лубочные цветы. Технология сама очень прикольная, но цветы давайте возьмем более современные. Так, предлагаю сделать... Миша, перчатки надо одеть. Саша, принеси перчатки. Да я ногти еще, видите, не сняла. Надо спрятать их в перчатки. Сейчас мы спрячем перчатки, пока можете ноготочек посмотреть. Так, предлагаю сделать не прям точно такой же. Давайте, чтобы вам как раз сравнить было. Я сейчас, получается, сделала этот вариант пластины. Пластину тоже возьмем. Цветы только я делала вот такие. А мы сейчас с вами попробуем сделать еще вот такие цветы. Вот такую пластину. И тоже в виде паттерна. Чтобы сэкономить себе время, предлагаю взять... Какой цвет? Давайте не будем белый брать. Возьмем тогда, может, вот этот как раз. Да, здравствуйте, девочки. У меня сегодня очень красивые ногти в перчатках, поэтому кто опоздал, дождитесь конца эфира. Я в конце обязательно снова сниму перчатки. Вот буквально час назад сделала себе новый маникюр. Посмотрите сочетание, очень классное получилось. Так, сушим. Теперь делаем стемпинг. Стемпинг здесь мы обычно делаем, вот черный. Саш, принеси мне скрапер еще один. Вот такой вот скрапер. Просто этот я под палитру использую. Вот. Перекрываем теквасом. Либо обезжириваем поверхность для стемпинга. И чтобы вручную цветы гипотетически не рисовать, предлагаю использовать в виде трафаретов пластину стемпинга. Сегодня мы будем делать не какой-то отдельный цветок, а прям вот паттерн будем целый делать. Так, это новая пластина, осень, зима. Вот я как раз, видите, вот эти цветочки делала. Сейчас хочу сделать вот эти. Причем цветовую гамму эту же сделаем. Просто посмотрите в сравнении, как она смотрится. Здесь мне, правда, чуть-чуть паттерна не хватило. Неважно. Теперь мне нужен белый подмалевок под жостовскую роспись. Вот здесь, видите, легче было, потому что здесь был белый фон. Вот. А так как здесь белого фона нет, то мы его сейчас сделаем самостоятельно. Можно не под все цветы, а взять только те, которые будем прорисовывать. Поэтому возьмем белый гель-лак с вами. И просто пройдемся. Где нужно, сделаем белый фон. Причем на самом деле прям не обязательно было это делать, но мне вот прям вот очень хочется. Правда, у меня, смотрите, сейчас гель-лак что-то собирается из-за лака. Ладно, ну тогда так, номинально пройдем не все цветочки. По факту оно и так тоже хорошо будет. Мне очень нравится стемпинг как базу использовать для будущего подмалевка. Это очень удобно. Не нужно голову ломать. Причем, смотрите, здесь самое главное, что у вас есть дома, какой паттерн цветочный, тот и берите. Просто ищите, чтобы он был крупный. Ну, как мелко, мелкие цветы не берите. Потому что в жостовской технике мазки очень тяжело делать, если мелкий цветок. Значит, для подмалевка что я использую? Для подмалевков я использую витражные краски. Вот у меня красная красочка, витражная, коричневая и желтенькая. Ну, сначала удобно пройти, сделать самым светлым оттенком все. Видите, так как витражи, они прозрачные, сквозь них контур будет хорошо читаться. Поэтому можно вот так вот пройтись желтеньким, затонировать. Еще жестовская роспись — это, знаете, такой набор слоев. Монотонно двигаемся к финалу. Здравствуйте, набор импаста появится в продаже. Девочки, а посмотрите, набор импасты на Emi Shop есть? Да, вроде был. Сейчас я посмотрю. Набором пасты найди на Emi Shop. Вот это, который вы работаете? Да, коробочка. Ну так по-английски пишешь импаста. Угу. Ну, делать какой-то там особо прям идеальный подмалевок. Набором пасты? Ну, акция. О, сейчас даже акция идет. Смотрите, видите? Так что все есть в продаже. Просто, возможно, невнимательно смотрите. Цена, смотрите, 3 984. Это 10 баночек краски. А была 4 800. Да, была 4 800. Поэтому краски есть в наличии. Возможно, там у дистрибьютора нет в наличии, а на Emi Shop в головном магазине есть. Так, что тут еще? Давайте, ну, тут красненький можно пройтись, добавить. Короче, прикольно вот эти вот паттерны создавать через жостовскую роспись. Мне прям, вот я кайфую, мне нравится. Так, сделали, сушим. Вот, можно, черного витража нет, вот у меня здесь есть черный, я разбавила с прозрачным гель-лаком. И пройтись еще так, затонировать сильнее. Сделали. Мы еще будем к витражам возвращаться. И давайте приступим к первому слою. Я буду делать проход мазков в 2 слоя. В принципе, на самом деле, этого может быть очень много слоев, столько, сколько вам надо. Я очень люблю использовать белый декор. Кто-то любит использовать белый рафинат. Если мы берем импасту, то в наборе идет, понятно, что белый рафинат импаста. И я, так как у меня такая красная гамма, да, я взяла красный цвет импасты. Сейчас намешаю его с белой импастой. И получится вот такой вот пастельный оттенок. Вот будем работать розовым пастельным и белым пастельным. Импаста рафинат, она менее пастозная, а декор она прям сильно-сильно пастозная, прям густая. 2 кисточки в основном для жостовской росписи идут. Это вот самые ходовые, в основном я ими делаю. Вот можете сфотографировать экран. Вот одна поуже, вторая пошире, по длине они одинаковые. Желательно кисточку смочить в топе перед работой, чтобы она мягкая была и чистая. И перед тем, как приступать к мазкам, у нас есть маленький секрет. Это мы берем топ-слайдер. Именно он создает вот эту маслянистую поверхность, по которой роскошно скользит эмпаста. Краски гелевые такой эффект не дают. Здесь эффект дает именно краска гелевая без липкости эмпаста. И сушим мы ее 10-15 секунд. Прям засекаем. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ну, короче, примерно до 15 секунд, не больше. И первый проход я буду делать таким розовым цветом. Самое главное правило – не набирать много краски. Самая большая ошибка обычно. Это у нас черновой проход. Эти мазки, как правило, они потом где-то будут видны, где-то будут не видны, потому что мы их сейчас будем повторно еще раз тонировать. Так, еще раз. Ну, сейчас видно, чуть-чуть подтекла эмпаста вот на первом лепестке. Ну, возможно, надо было там не 10 секунд, а прям вот 15 просушить. Можно вот так чуть-чуть буквально в лампу на несколько секунд. Если чувствуете, что все-таки дисперсия прям сильно жирная. Многие спрашивают, можно что-нибудь другое? Николай Ирбис. Все решено после зимнего трехдневного интенсива нынешних стимов. Точно бросаю археологию, иду в школу Эми. Там мужчина пишет. Прикольно. Или жена с аккаунта мужа. Все, это сейчас у нас первый проход, черновой. Мы потом возьмем снова с вами эти же витражные краски. Также пройдемся, сделаем с вами тени, какие-то лепестки снова приглушим, посадим вглубь. И в самом конце завершающий этап будет, это чисто белые. Вот на самом деле вы можете взять абсолютно любую пластину, которая у вас есть. Главное, чтобы она была цветочная. Вот. И не обязательно брать какие-то отдельные цветы. Смотрите, как можно сделать это на основе паттерна. Да? Тоже буквально 1-2 секунды. Чувствуете, если кисточка уже не тянется? Нет, я не женат. Вот, девочки, смотрите. Будущий мастер маникюра мужчина. Не женат. Так, что я говорила? Отвлеклась, господи. А, если вы чувствуете, что кисточка не тянется, это говорит о том, что просто дисперсия уже пересохла у топ-слайдера, и нужно либо продублировать повторно. Вот. Если на еще раз 10-15 секунд, не больше. Тогда это вот комфортно, классно работать. Тут вот какой-то тоже цветочек такой идет. Ну, тут плохо читается, но он тут есть. Ну, можно вот так добавить мазочки. С контуром очень удобно. Есть очень классный курс, называется «Жостова Дольче Габбана». Там как раз я его специально записывала на основе трафаретов. Вот. У меня очень много курсов есть на основе трафаретов. Потому что я считаю, что для мастера маникюра, кто там фанатеет и хочет чего-то творческого, быстрее все-таки сделать сложную работу через трафарет. Раньше это были слайдеры, но сейчас я перешла там на пластины для стемпинга. Вот одну пластину выпускали прям специально, брали самые популярные цветы из трафаретов, которые трафареты для акварельной росписи, для жостовской росписи они шли, их перенесли на пластину. Здесь также трафареты для техники nail crust есть. Вот, поэтому, кто не в курсе, есть вот такая пластина сборная. Конечно, здесь не все цветы и орнаменты вошли, которые были выпущены там за последние 10 лет. Вот, но все же. Так, первый слой мазков прошли. И теперь можно вернуться снова к витражным краскам. И, например, где-то протонировать в центре, вот особенно, где краска сильно забывает тень. Особенно, например, кто первый раз будет рисовать, у вас окажется очень много белого. Вот этот белизну ее можно будет дополнительно вот так вот тонировать смело. И вот так можно послойно дорабатывать, дорабатывать и дорабатывать. Здесь, например, видите, один слой мазков сильно подошел к предыдущему слою мазков. Да, что я делаю? Я беру витражный и просто повторно добавляю эту тень. Поэтому вот я вспоминаю раньше, когда не было красок гелевых, витражей тех же вообще не было. Жостовскую роспись, ее можно было очень легко испортить. И сейчас этот дизайн, его практически невозможно испортить. Вы его можете бесконечно, постоянно дорабатывать. Поэтому если где-то переборщили с мазками, да, их у вас много. Так, вот я вот так сделаю сейчас. Дождитесь конца эфира, я вам свои ногти новые покажу. Я завтра улетаю, вернее, завтра на поезде, в воскресенье улетаю по работе. И мне нужен был новый маникюр. Я сегодня делала очень быстрый маникюр. Ну, как быстро, все равно 3 часа ушло, потому что моя огромная длина. Бедные мастера, у них все равно больше, короче, меньше, чем 3 часа не могут они меня обслуживать с моей длиной. Посмотрите новый дизайн с новыми цветами и с новыми слайдерами. Так, теперь можно взять, смешать красненький с черненьким гель-лаком. И вот здесь хочется прям разделить. Некоторые лепестки посливались, мы их сейчас пойдем еще вот так разделим. Вот. Тоже, видите, это очень удобно. Видите, вот там вот, где посливалось, проходите и вот так вот выделяете. И в конце у нас вот пойдут уже на чистовик, уже белые акценты, белой импастой, ну либо какой-нибудь можно взять там не белую, а, например, светло-желтая, здесь тоже красиво будет смотреться. Ну что-то очень светлое. Я сейчас прохожусь прям в грубую, как вот в акварельной росписи, тени все прокладываю. Все, что где посливалось, все прохожу, выделяем. Так, где... А, вот тут еще лепесток. Вот прям смотрите, где посливалось, где проходите. Теперь еще топ-слайдером. И вот здесь вот уже нужно не накосячить, чтобы повторно не делать никаких телодвижений. Поэтому снова берем топ-слайдер с вами. Все это выравниваем. Как раз сейчас сделаем лепестки уже с акцентом на самый край и серединку. Также 10 секунд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Все, и теперь берем уже, вот как я вам говорила, либо белый, либо можно, кстати, вот все-таки взять, давайте здесь желтенький, будет красиво смотреться. Берите в чистом виде для жостовской росписи цветную эмпасту. Ее нужно всю смешивать с белым. Либо белый декор, либо белый рафинад. Ну, я люблю очень белый декор, но им не все могут рисовать. Хотя я считаю, он офигенно именно для мазков подходит. Вот такую прям текстуру у красочки оставляет на поверхности дисперсии. Так, все намешали. И поехали. Вот сейчас максимально маленькое количество набирайте краски на торец кисточки. И здесь как раз стараемся, возможно, там не за один присест это все делать, да, а где-то, возможно, подсушивать придется, чтобы по дисперсии там, возможно, не подтекало. Например, только на краешек. Ой, прям буквально 1-2 секундочки в лампе, и можно двигаться дальше. Прям вот только на самые края. И не по всему лепестку, там, например, выбирайте, например, только правую либо левую сторону. Вот паттерн вроде мы взяли современный, да? Сама роспись технически она сделана, как вот жёстого мы преподаем. Просто вот эти цветочки жостовские, подносные, называю лубочная роза. Они, конечно, прикольные, но не совсем актуальные сейчас в рамках, именно если брать маникюры. Да, наверное, на тканях сейчас такое редко попадается. Перед курсом, если вдруг надумаете купить курс онлайн, либо прийти живой, да, есть просто жостовская роспись, она там без трафаретов, без ничего. Есть роспись, которая Дольче Габбана. Прям рекомендую валерьяночку перед этим выпить. Нужно набраться терпения, потому что любой навык, в зависимости от того, насколько он сложный, для него требуется время и количество повторений. Понятно, что не бывает ничего, что вот так вот ты сел, и сразу у тебя воздушный идеальный мазок. Там надо, возможно, 50 типс испортить, а на 51 там уже вот красивый мазочек будет. Там тут волосинка прилипла. Так. Здесь самое главное вовремя остановиться. Вовремя остановиться. Сейчас серединку еще мы с вами сделаем. Серединочку. Вот этот вариант готов. Здесь я покрывала, когда финишем, сверху, видите, еще дополнительный объем делала на одном цветке. Тоже мазки получаются, когда в этом месте такие объемные, прикольные. Сейчас хорошо сушим 2 минуты и перекрываем финишем. И тот, это все паттерн с одной пластины. Рекомендую взять топ-прайм, чтобы он нам прям выровнял всю поверхность. Сушим. Вот она, эта пластина. Я взяла вот этот паттерн, хорошо для жостовской росписи подошел, и вот этот. Хотя можно было и вот этот взять. В принципе, наверное, вот эти пионы тоже подошли. В общем, внимательно смотрите на паттерны в пластинах. Там много идей можно взять для росписи, жостовской росписи, в технике, жостовской технике. Вот, получается, один цвет мы сделали на медовом, а второй вариант мы сделали на белом. На белом... Возможно, не так контрастно, потому что когда цвет все-таки более контрастный по отношению к белому, лучше мазочки читаются. Все, всем большое спасибо. Пока-пока. Ой, я же вам обещала ногти показать свои. Так, показываю еще раз ногти, кто опоздал на эфир. Смотрите мой новый маникюр. Использовали всего лишь один слайдер, так как он очень разный по компоновке и композиции элементов. Есть и цветы, и отбивки ленты, и просто текст, и вот такие красивые элементы фольги, листья кленовые, мраморные разводы с элементами, опять же, фольги. Здесь можно составлять, видите, такие прям сложно сочиненные дизайны. И для этого не нужно использовать много декораций. Вы берете всего лишь одну декорацию. Смотрите. Понятно, что на мои ногти нужно много. Но я не могу без этого. Все, мне вот так нравится. Как всегда, правая рука в цвет левой. Вот. Здесь короткая рабочая, а это чтобы у людей глаза вываливались, когда они со мной разговаривают. Все, всем большое спасибо.